просроченный платеж за капремонт станет жителям края в копеечку. Фонд капитального ремонта снял мораторий на начисление пени, и у людей появилось много вопросов. Например, откуда взялись такие штрафы и как их рассчитывать? Как объясняют специалисты, этот взнос входит в систему коммунальных платежей. Поэтому за каждый день просрочки собственнику квартиры начисляется пеня. Она составляет 1/300 от ставки рефинансирования. Пример начисления штрафа за просрочку вы сейчас видите на своих экранах. В среднем его размер колеблется в районе 10 копеек в день. Чтобы избежать лишних трат, те, кто платит за капремонт региональному оператору, должны успеть заплатить взнос до 20 числа каждого месяца. А те, кто пользуется спецсчетом, не позднее 10 числа. Начиная с 21 июля, если гражданин имел задолженность просроченную по оплате взносов, мы стали начислять пени. В отличие от управляющих компаний, где пени – это доход управляющих организаций, пени по уплате взноса на капитальный ремонт идут в фонд капитального ремонта дома. То есть фактически они впоследствии пойдут на ремонт данного дома.